Animal Rescue. Эту бродячую собаку, которую чуть не приговорили к смертной казни, сотрудники спасательной организации назвали Марлином. Вот так он выглядел, когда его нашли на улице и привезли в приют. Демодикоз, тяжелое грибковое заболевание кожи и паразиты вызвали почти полное облысение. Обнаженная розовая кожа и тяжелое недоедание также сделали песика очень слабым и неустойчивым. Его глаза были полны отчаяния и страха. Возможно, он знал, что был близок к смерти. К счастью, сотрудники спасательной организации не бросили его. Они сразу же взялись за лечение самых тяжелых кожных заболеваний. Успокаивающие процедуры, купание, обработка кожи лекарствами и регулярное кормление сделали свое дело, собака пошла на поправку. На 12-й день, хотя Марлин еще привычно свернулся калачиком, чтобы не замерзнуть, его мех уже начал отрастать. И отчаяние в его глазах начало рассеиваться. Через полтора месяца у собаки снова выросла шерсть по всему телу. Каково же было удивление спасателей, когда они узнали в нем золотистого ретривера. Через 2,5 месяца для Марлина нашли новых хозяев. Когда он переехал в дом нового владельца, он стал очень красивым и теперь просто светится от счастья. Ведь ни для кого не секрет, что собака, окруженная любовью, становится удивительной. Мы надеемся, что вы тоже очень любите животных и заботитесь о них. Если вам понравилась эта история, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!